любил плавать, увлекался каллиграфией, со страстью поглощал поэзию. О простых увлечениях и мирских делах Мао Цзэдуна первыми узнают жители Ульяновской области. Накануне в Ленинском мемориале открылась уникальная выставка для всей страны. В Китае родился Мао Цзэдун. Впервые в России в таком большом объеме, а это 120 информационных стендов, представлена жизнь, деятельность и творчество китайского политика. Выставка представляет из себя фотодокументальную выставку, которая сделана по проблемно-хронологическому методу, то есть отдельные разделы представляют отдельные периоды, отдельные темы, связанные с жизнью Мао Цзэдуна. Выставка создана в честь 125-летия со дня рождения Мао Цзэдуна. 125 лет исполнится 27 декабря. И в октябре она открывается заранее, поскольку в Китае тоже будут большие торжества. Было принято решение вот о таком заблаговременном открытии этой выставки. Большая фотодокументальная экспозиция – это совместный международный проект Ульяновского Ленинского мемориала и мемориала товарища Мао Цзэдуна. Соглашение о взаимодействии и организации выставки обе стороны подписали еще в 2017-м. Почти год ушел на воплощение идеи в жизнь. При создании фотогалереи учитывались все особенности комплекса в Ульяновске. Это и выставочные площади, и размеры самих стендов, а также особенности экспонирования в галерее Большого зала Ленинского мемориала. Торжественная церемония открытия международного выставочного проекта состоялась накануне. На событие прибыла делегация из Китая, в числе которых оказались советник по культуре посольства республики Гонг Цзядзя и внучатый племянник Мао Цзэдуна, председатель общества «Красные воспоминания» Цао Юшань. В марте прошлого года я впервые посетил Ульяновск. И еще тогда меня горячо встретил руководитель области господин Сергей Морозов и коллеги из Ленинского мемориала. И с тех пор, 20 месяцев, длится подготовка к этой выставке. В программу открытия выставки вошла настоящая чайная церемония, где гостям рассказали, показали, дали попробовать знаменитый черный чай из Хунаньского округа. Знакомиться с экспонатами выставки ульяновцы и жители города могут в ближайшие 4 месяца. Рената Алиулова, Александр Кудряшов, Новости Ульяновской правды.